С вещами на выход из центра временного содержания иностранцев под Ярославлем выдворили 30 нелегалов. Все они находились в области незаконно. Их погрузили в автобус и отправили в Москву, в аэропорт. Там иностранцы улетят кто куда. В солнечный Узбекистан, Армению, Киргизию. Дожидаться своего рейса остались еще 118 человек вместе с 60 иностранцев из Твери. Местное спецучреждение закрылось на ремонт, и нелегалов переправили временно в Ярославскую область. Многие из тех, кто езжал, не прощались с нашим регионом.